новая линейка оборудования от компании КПК Лазер. Станки, CO2 лазеры, высококачественные, с пятифазными двигателями, очень-очень скорострельные, с очень толстым 2-миллиметровым корпусом, с минимумом вибраций, полностью лицованные. Смотрите, как он работает. Скорость перемещения до 1200 миллиметров в секунду, причем реальные гравировки. Скорость реза, соответственно, тоже. Ресурс данного станка 2 года. Данный станок является полной альтернативой австрийским станкам Tratec. При этом цена на них гораздо ниже. Контроллеры применяются фирмы AWC, ну или Руида последнего поколения. Вес данного станка около 100 кг. Данный станок комплектуется компрессором от 1 до 1,5 кВт, зависит от мощности трубки, и охладителем 5000 или 5200. Ресурс данного станка очень высок. Данный станок подойдет рекламным агентствам, компаниям, у которых очень большая загрузка и очень большая потребность в высококачественном оборудовании.